видим, что плечи у Дэнни Чакер выставлены по карте. Не совсем справедливо, мы надеемся, что Дэнни выставит правильно статную позицию, плечи должны быть параллельно краю стола. Кисти предплечья составляют прямую линию. Первое предупреждение за свод ногти с подлокотника получает Дэйв Чаппи. Судейский захват, это значит, что рефери сама установит правильное положение на основу плечи, правильно сказать, кисти плечи должны составлять прямую линию, если во время установки захвата кто-то не будет выполнять команды, рефери он получит предупреждение. Очень опасная ситуация. Можно вот так без борьбы получить предупреждение. Ничего, разверните! Еще плечо! Мы в России, дорогие друзья. Натягивай, уже натягивай! Уже! Up and down! Up and down! Do it again! Do it again! Абсолютно. Он почти равный. Соперники просто благодари. Браво, браво, браво. Браво, Денис.